Уважаемые партнеры, добрый день. Мы записываем это видео в Дубае. Что такое Дубай для меня? Это самое лучшее место, где нужно мечтать. Сейчас это финансовый центр, это мегаполис, здесь живет около 3 миллионов человек. Это огромные небоскребы, потрясающие дороги, великолепные арт-объекты и огромное количество людей, которые приехали сюда, чтобы что-то создавать. Всего лишь 25-30 лет назад здесь не было ничего. Это было небольшое поселение и огромная пустыня вокруг. И тот, кто изменил все, это был шейх Аль-Мактум. Я невероятно уважаю этого человека за то, что он имел невероятные, сногсшибательные, колоссальные мечты. Все, что сейчас окружает, вы видите эти здания, вы видите этот канал, я стою на искусственном острове, это все было создано благодаря мечтам человека. Мечтам человека, который имел видение, который смотрел в будущее и знал, что он хочет здесь создать. Сейчас 3 миллиона человек вокруг меня. Это капиталы, это инвесторы, это предприниматели, это обычные жители, это невероятная инфраструктура для того, чтобы творить и создавать. Здесь непростое место для того, чтобы жить, но сочетание всех этих возможностей создает потрясающий результат. Мы провели большое количество встреч, мы общались с людьми, мы думали, создавали и обращали внимание на наше основу того, что мы имеем. Когда более 2 лет назад, 2,5 года примерно, мы создавали проект DGU, у нас были очень сильные мечты. Мы мечтали, думали, и у нас было видение. И сейчас это видение воплощается. Прошло 2 года, у нас есть 2 продукта. И это потому, что мы их хорошо умеем работать, но самое важное, что мы умеем мечтать. Мы запустили проект DGU Wealth, мы разрабатываем проект Ava Finance, и эти 2 продукта появились всего лишь за 2 года существования проекта. DGU Wealth был запущен менее чем через год после старта, это был октябрь 2021 года. Проект Ava Fee выйдет в Mainnet вот в течение ближайшего там месяца, полутора-двух. И это результат нашей совместной работы, это результат вашего доверия, это результат нашего понимания, куда стоит идти, и умения видеть возможности и, как я уже сказал, мечтать. DGU Wealth из небольшого фонда превращается в структуру, которая управляет серьезным капиталом, которая создает доходность, которая зарабатывает и которая делится дивидендами с нашими партнерами. Мы несколько раз выплачивали дивиденды, и это дивиденды от понятной деятельности в сфере DeFi. Мы это сделали потому, что умели видеть возможности и, что еще важнее, знали, как на этом заработать деньги для всех, кто вовлечен в проект DGU. Проект Ava решает ключевую задачу индустрии блокчейна и финтеха в настоящее время. Задачу перемещения активов между разными блокчейнами. Это примерно как система SWIFT. Как передавать деньги по другую сторону планеты, как перемещать другие страны, как заплатить за товары или услуги на другом континенте. Ava решает подобную проблему только в связи блокчейна. Почему мы сосредоточены сейчас на этих проектах и смотрим в дополнительные проекты из похожей сферы? Наша задача состоит в том, чтобы сделать этот мир немного лучше, чтобы изменить жизнь наших партнеров, создать новые продукты, создать новые возможности и позволить людям, которые доверили нам, которые работают вместе с нами, создавать другую жизнь, более изобильную, более наполненную, более интересную и с большим количеством возможностей. Сейчас сфера искусственного интеллекта, сфера блокчейна – это та точка, в которой быстрее всего создается капитализация. Это отражение всего самого передового, что есть в нашем мире, которое позволяет создавать деньги, используя деньги.
И мы сосредоточены на этом, потому что хотим, чтобы жизнь наших партнеров изменилась. DGU Wealth в настоящее время превращается в фонд, в который могут инвестировать обычные фондовые инвесторы, используя обычную инфраструктуру, сертификаты, облигации, акции, брокеры, депозитарии. Все эти слова скоро будут применимы к фонду DGU Wealth. Эйва продолжает работать и разрабатывать систему, которая будет оцениваться как единороги. Что такое единорог? Единорог – это фирма, это предприятие, которое стоит больше, чем 1 миллиард долларов. И в настоящее время нам есть на что ориентироваться. Проект multichain.org в декабре привлек средства в раунде финансирования, который возглавляла Binance. Они привлекли 60 миллионов долларов. Аналитики оценивают стоимость multichain.org в настоящее время около 5 миллиардов долларов. Это означает, что то, что мы делаем, оценивается уже в миллиарды долларов. Я говорю о том, что сопоставимые с нами проекты, ну, которые уже реализовали свой продукт и которые вышли в Майнет, стоят колоссальные деньги. Именно поэтому мы здесь создаем свой продукт. Мы создаем Эйва для того, чтобы позволить нашим инвесторам стать соучастниками, стать совладельцами колоссального нового проекта. Наша самая главная наша задача состоит в том, чтобы видеть те точки, те возможности, которые есть в нашем мире для того, чтобы создать максимальную прибыль для наших партнеров. И находясь здесь, включая мечты, мы обратили внимание еще на одну точку, на метавселенные, метаверс. Я думаю, вы слышали это слово. И по-простому, что это такое? Это возможность создать дополнительные миры, в котором вы можете жить и еще какие-то жизни, использовать еще что-то, получить новые впечатления, получить другие возможности, чем в вашей обычной жизни. Представьте, вы врач, инженер, пожарный, учитель, или вы строите дома. А что, если у вас появляется шанс прожить эту жизнь по-другому, стать каким-то другим человеком, посмотреть на жизнь с совершенно другой стороны? Метавселенные дают этот шанс. И они отвечают на самый главный вопрос человека. А что, если я хочу что-то сделать по-другому? В нашем мире достаточно много ограничений, чтобы вы могли резко поменять свою жизнь. А в метавселенных вы сможете это сделать. Это будет легко, быстро и, самое главное, возможно. И вы всегда можете это переиграть. Поэтому огромные корпорации создают большие фонды, вкладывают миллионы и миллиарды долларов для того, чтобы приблизить это время. И находясь здесь, смотря на эти великолепные пейзажи вокруг, на этот город, на это место сосредоточения усилий и невероятных возможностей, мы выделили еще одну точку, в которую мы будем заниматься пристально, обращать наше внимание и создавать дополнительную капитализацию. Это метавселенные, аватары, использование искусственного интеллекта и создание для возможности для людей жить, прожить еще одну жизнь. Пока об этом говорить с какой-то степенью конкретики рано, но я заверяю вас, мы используем все возможности для того, чтобы создавать для вас капитализацию. Спасибо за ваше внимание. Каждый фаундер проекта DGU выскажет дополнительные мысли о том, что такое для него Дубай, о чем мы здесь разговаривали, думали, мечтали и как это позволит изменить жизни всех вас. Спасибо. И до встречи.